самый любимый тут всех черногорцев, именно у черногорцев, это мини-Монтенегро тут. Давайте я вам расскажу немного про тур, а вы можете подумать уже, хотите ли вы или нет с нами съездить. Поедем из Будвы, каких-то минут 40 добираемся до Цетини. Это бывшая столица Черногории. А? Цетини посещаем Цетинский монастырь, из которого рулили и управляли Черногорией 400 лет. В Цетинском монастыре хранится десница Иоанна Крестителя, кусок креста, на котором распят Спаситель. Паузу. Добро. Поедем дальше, на гору Ловчин. На вершине горы Ловчин похоронен Петр II Петрович Негош. Поднимаемся к мавзолею, 461 ступенька. Сзади самого мавзолея есть обзорная площадка, с которой открывается прекрасный вид на Боккоторский залив с одной стороны, с другой стороны на Цетинское поле, с третьей стороны вообще на вершину горы Ловчин, которая еще повыше. Дальше поедем в его родное место, Негуши. А этот поселок именно известный из-за негушского паршута. Слышали такое? Есть наше национальное, очень вкусное. Можете даже посмотреть на сам процесс производства негушского паршута, негушского сыра и, конечно, попробовать на экскурсии, почему и нет. Через Боккоторский залив по такой жесткой серпантинке спускаемся, 27 поворотов, посмотрим, да. Останавливаемся, сфотографируем Боккоторский залив еще раз и поедем обратно в Будву. Коротенький такой тур, с 9 до 4, точно не тяжело будет перенести такой тур. Спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Ильич на YouTube и смотрите другие наши видео.